Всем привет, с вами Дарк. Смотри, что они сделали. Они пока что, блядь, ёбаные бункера, то есть наше правительство не заблокировало этот YouTube. Ну, я не знаю, кто. Причем тут, я вообще не пойму, блядь, и государственный переворот. Причем тут мы-то геймеры, блядь. Чё, они хотят, что денег нету в России, блядь. И что все заблокировали. Смотрите, что. Теперь мы как бы этот покупать игры в Steam не можем. Смотрите, набираем тут любую игру. Monster Hunter. Ну, которую вы купили, у вас остались, естественно. Если бы ничего убрали, было бы пиздец вообще. Ну, я им тут все пизды там ставили, либо деньги ворачивали. В общем, скандал тут был вообще пиздец. Ну, странно, смотрите, что сделает, блядь. Вен, например, ну, теперь для тебя. И все. Вы не можете туда щелкать и все блокировано. Вы не можете больше в Стиме покупать игры. Почему? Почему вы не имеете права покупать иностранные игры, если нам нравится геймеров в них играть? Что за хуйня? Что, вы решаете наши деньги, что ли, управляете нашими деньгами или что? Какого права они имеют нашими деньгами, которые мы, опять же, на себя? Деньги — это наше право. Сколько мы заработаем и куда мы их потратим, это наше дело. Какого хуя вы решаете за нас? В будущем, куда нам деньги свои тратить? Вы чё, ёбнутые, что ли? Это пиздец, блядь. Ну, смотрите, Steam нажимаете. Даже миром нельзя. Может, потом Steam это исправит. Надеюсь, что это скоро хуйня пройдет и её нахуй не будет. А пока что это пиздец.